Самые неприступные мужчины в браке. Чаще всего неприступность появляется у мужчин после того, как они женятся, что вполне очевидно. Тем не менее, многие все равно являются легкодоступными для любовных хищниц. В список мужчин, которые становятся неприступными в браке, входят раки, скорпионы, львы и девы. Рак. Рак – типичный семьянин. Ему не нужно искать любовь на стороне, потому что семья для него превыше всего. Неприступность в браке представителей этого водяного знака железобетонная. Конечно, встречаются исключения, но это такая большая редкость, что не стоит беспокоиться о верности мужа рака. Если у вас легкий флирт и свободные отношения, то рака сложно назвать неприступным. Ему достаточно сделать комплимент, и он весь ваш. Скорпион. Когда скорпионы женятся, это меняет их изнутри. Конечно, они будут падки на лесть и по-прежнему будут желать женского внимания, но их неприступность окажется настолько сильной, что пробить эту броню удастся лишь самым изысканным и изощренным в любовных вопросах дамам. Лев. Многие почему-то думают, что львы любят изменять, потому что они относятся к самым самовлюбленным знакам зодиака. Конечно, они могут это сделать, но только если есть веская причина. Если супруга льва верна ему, он будет неприступным для других настолько, насколько это возможно. В других случаях львы не упустят возможность дать себя соблазнить, чтобы потешить свое самолюбие. Дева. Если мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, находится в отношениях, в которых все гладко, то, как и лев, он будет недоступен для посторонних женщин. Он может флиртовать, но только для того, чтобы убедиться в своей привлекательности. Когда мужчина-дева находится в поисках, добиться его легко. Нужно просто обратить на него внимание. Король неприступности в любви – Козерог. Даже свободный козерог иногда полностью закрыт для женщин. Причина заключается в его образе жизни и мышления. Этот мужчина не может сблизиться с женщиной, пока не узнал ее достаточно хорошо. У всех козерогов это проявляется в разной степени, но есть те, кто даже при самом искреннем желании женщине провести вместе ночь или пойти на свидание, будут сомневаться в том, что это действительно от чистого сердца. Козероги осторожны, поэтому пускают в свою жизнь людей очень неохотно. Конечно, если у женщины будет то, от чего козерог не сможет отказаться, то шансы на появление взаимной симпатии возрастут. Но найти то, что нужно козерогу, очень сложно, ведь эти мужчины скрытые и даже замкнутые. Существует подтип козерога, который полностью противоположен обычному. Астрологи утверждают, что такие козероги встречаются крайне редко. Вы сразу поймете, что встретили такого, когда сами соблазнитесь им, откроете душу, влюбитесь по уши, а потом узнаете, что для него это просто очередное приключение. Эти козероги – настоящие дон-жуаны. Их около 5% от общего количества. Привлечь внимание мужчины может практически любая дама, но вот удержать его – задача не из простых. Те, кто умеет делать это, всегда успешнее своих соперниц. Друзья, если вы хотите больше узнать о своем знаке зодиака и об интересах, характерах и нравах окружающих вас людей, подписывайтесь на наш канал. Вы с большой вероятностью найдете для себя много интересного. Пишите об этом в комментариях, и мы все узнаем, верны ли предсказания звезд. До встречи в новом выпуске!